Закрепите на цевье монтажную нить и обмотайте ей цевье. Для формирования задней части тела нанесите на нить дабинг. И начните наматывать дабинг на цевье. Следите за тем, чтобы дабинговая нить ложилась на цевье плотно. По необходимости еще добавьте дабинг на нить. В итоге должно получиться плотное каплеобразное тело муравья. После намотки тела отведите нить к колечку. Для формирования головки нанесите на нить еще немного дабинга. И затем намотайте небольшую плотную головку. После намотки отведите нить в промежуток между головкой и телом. Для имитации ножек закрепите петушиное перо. И сделав им 2-3 оборота, закрепите его. И отрежьте лишний участок пера. В этом же месте сделайте завершающий узел. Отрежьте лишние бородки пера. И торчащие волокна дабинга, придав мушке окончательный вид.